Спасибо венгерскому клубу «Фалка Вулкана». Во-первых, за организацию прямой трансляции очередного матча Кубка Европы, в котором гостем выступил БК Нижний Новгород. Ну а во-вторых, за то, что венгры слишком рано поверили в свою победу и захотели досрочно помахать платочком команде Зорана Лукича. Сербский наставник горожан, кстати, после этой игры снова порадовал сильной цитатой: «Мы все еще космически далеки от серьезного баскетбола». Именно такими словами подвел итог матча главный тренер черно-белых. И вот тут мы, пожалуй, не согласимся. Нижний Новгород показал свой лучший баскетбол в этом сезоне. Было все. И отставание в минус 10. И возвращение на площадку Максима Колюшкина и его же перебор фолов с досрочной командировкой на скамейку. И отличная игра Артема Камолова, который набрал за встречу 23 очка и сделал 2 подбора. Также двузначные очки показала новичок команды Владимир Веремеенко. У него, кстати, лучший показатель эффективности по итогам всей игры – 19. Ну а в целом это был матч, который интересно смотреть. Характер и воля – вот что принесло горожанам победу. К середине заключительной четверти Нижний горел минус 10, но попадание Скрипкова и Еловаца с периметра, плюс очередной дальний Камолова, и на табло горели уже паритетные 74-74. За 40 секунд до сирены счет также был равный, но черно-белые трижды заставили фалить игроков «Вулкана» и сумели набрать необходимую разницу со штрафной линии – 84-79 в пользу Нижнего Новгорода. И эта победа гарантировала команде Зорана Лукича верхние строчки в турнирной таблице Кубка Европы в своей группе.